Всем здорово, всем привет. Хотел сказать новый выпуск «Еды человека». Приехал я вчера из командировки, из Уфы, голубушки. Прямо сейчас я езжу в Уфу, знаете, так, ну, прям реально быстро доезжаю, чик-чик, уже там. Хотя вроде 5 часов, но для меня уже эти 5 часов, 5, а то и 6, мы в ту сторону ехали через Нефтекамск, через Агидель, ну, в общем, через маленькие городки эти. Так ехали вообще чуть ли не целый день. Хоть с утра и выехали, вроде выехали с утра. А ехали почти целый день. Но все равно как-то так весело, быстро. Ездил я со своим начальником, с руководителем. С ним все время как-то, ну, прикольно ездить в том плане, что он любит пожрать, он любит куда-нибудь сходить в какое-нибудь интересное место. Но одному же все равно в чужом городе как-то, ну, особо не походишь. Ну, что ты пойдешь в кино один, как-то, ну, совсем тухловато. Один пойдешь кататься на колесе обозрения, тоже так себе. А тут вдвоем мы прямо вообще душевно заселились в классную квартирку. Я ее обычно сам один снимаю, а тут там дополнительную кровать, короче, поставили. И мы не могли никак найти нормальную двухместную. Пришли в одну там, прямо в самом центре, знаете, в старинке. Здоровая такая квартира, вроде двухкомнатная, но реально прямо нам показывала ее какая-то, ну, видимо, наркоманка, потому что по ней видно, что она почти как бомжиха, короче, выглядела с каким-то серым цветом лица. Но было видно, что она не слишком старая. Она, наоборот, какая-то довольно, ну непонятно. Вы понимаете, вот когда человек реально очень плохо выглядит, плохо одет, и при этом, при всем, он вроде бы не старый. Вот такой диссонанс какой-то. Она выглядит старой, но при этом видно, что она не старая. Я поэтому решил, что она, видимо, какая-то наркоманка, потому что у нее прям землистый цвет лица какой-то был. И квартира была видно, что прямо, ну, при очень хорошей планировке, сталинка, реально, высоченные потолки, подъезды широченные, короче. Как, не знаю, как царю в дом заходишь. Двушка с огромной кухней, с огромными комнатами. Такой коридорище здоровый. Но все просто, ну, такое, знаете, прямо ощущение, что липкое. Диваны продавленные там. Я просто подумал, там была двухспальная кровать, тоже такая чуть ли не маслянистая. Продавленнейшие диваны в другой комнате. Я подумал, ну, если я буду спать на этих диванах, ну, блин, ну, я тут даже, если на 100 рублей нам сделали скидку еще, когда мы стали говорить, что ну его нафиг, она сказала, ну, там, типа, сделаю подешевле. Не за 1500, а за 1400. Я говорю, не-е-е. Тут только тут в первый же день ты будешь засыпать, вдыхать ароматы грязной кровати, чужих тел и паршивого кондиционера. Ты уже проклянешь, скажешь, да я там на 1000 рублей дороже готов был заплатить, куда вот бабка вышла. На 1000 рублей готов был больше заплатить, только бы не спать и не дышать тут. Я зашел в ванну, в ванне противно. Ну, короче, вот на таких вещах лучше нафиг не экономить. И заселились в нормальную квартирку, там, где я обычно жил. Нам та же риэлторша предлагала еще куда-то заселиться. Начальник у меня хотел там съездить, она говорит, типа, там все круто, там здорово, фотографии, типа, там крутые. Хотя у этой квартиры тоже были крутые фотографии. Я говорю, нет, ты понимаешь, если человек вот так вот относится к одному жилью, так по-любому у него другое жилье будет в таком же, такого же класса. Она больше попросит, оно будет красивее, занавески, знаете, бывают такие квартиры. Снова видел Honda Jazz. Конечно, неказисто она снаружи выглядит, на Калину похоже. Ну так вот, это всегда так. Если берешь, вот человек, например, производит тушенку, ты берешь у него тушенку со свининой, говно, 99%, что из говядины будет тоже говно. Вот тут всегда так. Если человек в одном непорядочен или как бы, ну, не знаю, как это сказать, да, не следит за уровнем качества, то он и в другом у него такая же будет хрень. А я знал там, я живу у одних и тех же людей, они сами сдают квартиры, не так, как риэлтор. А, находит пачку квартир и потом сдает чужие квартиры. Ему насрать, что там и как, прибрались там, не прибрались. Ходит, сдает там какие-то вот бомжихи ему там. Ходят, показывают эти квартиры.
Ну и не бомжихи, может быть, нормальные люди. Я не хочу никого обидеть, на самом деле, даже ту женщину, может быть, нормальная женщина, просто как-то что-то как-то да. Я, ну, на самом деле, не надо так о людях заочно, причем не зная, плохо отзываться. Ну так вот, фигня. А у которых вот свои квартиры, они, может быть, в аренду их взяли в долгосрочную, либо, может быть, прямо купили. Но действительно, я знаю, что там всегда постиранное чистое белье, что они сами там ходят, прибираются, что они сами ходят там, моют все. Ну, приятно. Приятно к таким людям заселяться. И вот действительно, мы приехали в одну квартиру, там чисто, все классно, но единственное, не было горячей воды. Они сказали, сейчас что-нибудь придумаем, ну и поехали в другую квартирку. Она хоть однокомнатная была, но там было две кровати. Одна большая кровать, я на ней радостно спал. И одна такая полутораспальная у стеночки стояла, но тоже чистая, с хорошим матрасом. На нее я своего начальника определил. И в общем, мы прекрасно заселились. Прям душевно, все чисто, вайфайушка работает. И, короче, мы там ходили в один день. Мы поехали по работе, съездили, потом приехали, пошли. Там у них есть торговый центр «Иремель» в Уфе. И вот что реально, и начальник-то мне сказал, что я реально прозрел. И я-то, знаете, прям приятно было. Мы записались бесплатно в качалку там. Причем очень хорошего уровня. «Менделеев фитнес» называется. Может, не очень большая по площади, народу там было много. Но там даже есть сауна, есть бассейн, все чисто, все классно. Ну, прям здорово, мы бесплатно сходили, там 2 часа занимались. У меня ноги до сих пор болят, 3-й день уже, а ноги до сих пор болят вообще сильно. Короче, мы позанимались вообще душевно. Хотя мы до этого, там еще колесо обозрения есть. Кто-то на Инстаграм подписан, те видели, наверное. На колесе обозрения прокатились по 200 рублей. Вроде 200 рублей, жаба душит, вроде дорого. А с другой стороны, ну, блин, раз в жизни прокатиться в Уфе на колесе обозрения, посмотреть действительно, и там действительно высоко, и эта вот будка, как бы, в которой ты едешь, она закрытая, но немножко шатается, чуть-чуть, еле заметно, но выравниваясь, она шатается, и прям я высоты боюсь, прям действительно страшно мне было. Вот, сходили вот на это колесо обозрения, там покатались. Потом пошли в качалку. В качалке еще обнаружилось, что есть бассейн. Нам говорят, если типа плавки есть, идите в бассейн. Мы пошли, а там тут же спортмастер. Ну там торговый центр, разные магазины. Пошли в спортмастер. Там плавки 400, 700, 800 рублей, 1500 шорты какие-то. Я сказал, ну его нафиг, я не пойду. Потому что я еще хотел мелкому шлем купить. Я мелкому шлем купил такой, знаете, для скейт, для, ну вообще для всяких разных опасных видов спорта летних. Что мало ли где-то там свалился, чтобы головой не биться. Вот. Он такой проветриваемый, ну классный, прямо я тоже рад, что купил. Маленького размера, там регулируется за 990 рублей. Прямо вообще огонь. Ну вот, я говорю, нет, тогда я не пойду в бассейн, мне качалочки хватит. Ну а у меня руководитель, он там по скидке вроде как хотел купить за 400, в итоге купил за 700, потому что оказалось, что это дисконт, и там скидка не работает. Вот вообще огонь. Ну типа они уже со скидкой, раз это дисконт. А у него была бонусная карта, там были бонусы. Типа вот он думал сейчас на 30% дешевле сделает. А фиг-то там за 700 рублей купил себе плавки. Дорогущее, конечно, получилось. Ну, насрать. Классно позанимались в качалочке, ходила я там в душ. После качалочки где-то в 10 вечера мы вылезли, идем. Ну а в 10 вечера все уже закрыто. И тут же в Иремеле есть как бы такой комплекс. Там кафехи, кинотеатр, клуб, даже 2 клуба. Ретро-клуб и обычный. В общем, такое прямо. Мы зашли и через 5 минут кино «Пираты Карибского моря». И такие, о, пошли, и, короче, хлоп еще, пошли в кино. А руководитель у меня пару пива еще себе взял, а я-то за рулем, поэтому я сказал не-не. Купили пиццу, сразу пиццу заплатили, пошли в кино. Там пока реклама, пока вся фигня, 15 минут прошло. Вот что удобно, то что сразу и кафехи, там несколько, 3 кафе, по-моему, парочка пиццерий. То есть вот идет кино, я посмотрел по времени, ага, пицца должна быть готова. Выхожу, прохожу там чик-чик-чик совсем чуть-чуть, ну там буквально на этаж поднялся, взял пиццу, спустился обратно. Ну, вообще, вот это круто, когда все в таком, в одном месте. И качалка, и кинотеатр,
и кафехи, и диско-клуб там же был, но мы уж не пошли на этот, в этот диско-клуб. Ну, короче, прям душевно. Вот. Поели тут же пиццу, причем там, знаете, у нас в Ижевске сидишь на каких-то стульях, вот реально, вот тут ноги. Свои ноги не знаешь деть, потому что между твоих ног уже чья-то башка. Тут же вот впритык сидит какая-нибудь тетка, от которой воняет стрёмными духами. Вот, вот это реально бесит. Бесит тетки, которые, ну и девчонки, которые идут куда-нибудь в кино и надушатся как последний раз в жизни, как будто ведро одеколона на себя выльют. И ты сидишь потом и воняет, короче. Ну нахрена? Ну нахрена ты так надухарилась? Прямо вот. Особенно, представляете, у кого-то аллергия, например. И сидишь вот рядом с такой курицей, от которой разит вообще во все стороны. Это прям вообще напрягает. А тут сидишь, у тебя отдельное кожаное кресло. Вот реально большие кожаные кресла. Прямо вот я сидел там, и действительно прямо очень круто. Классно так в тенечек спрятаться, когда везде солнце. Прямо очень круто. Сидишь, и что, причем на середине сеанса у меня руководитель... У меня руководитель нашел кнопочки на этом кресле, и оказалось, что там еще нажимаешь на кнопочку, и у тебя ноги вот так подвигаются, короче, и кресло немножко назад отклоняется. И то есть ты вообще полулежа сидишь. Посмотрели этих пиратов Карибского моря, вышли оттуда. Это реально как из бани. Ну, как вот. У меня ощущение после качалки было, как после бани. Но в плане не жарко, а в плане круто, кайфово. Знаете, когда в баню сходишь, когда там такие нагрузки испытаешь на организм, ты вылазишь, и тебе прямо, ну, хорошо. А причем перед этим я был уже уставший, мы по работе, потому что гоняли много. Я был уставший, не хочу уже никуда идти. Думал, да ну его нафиг, лечь спать где-нибудь и все. А сходил в качалочку, вообще ее. Прямо круто было. Я с НЗ хочу все время сходить. Наиль, привет. Давай вот в следующий раз я приеду один, и прямо вот полюбас надо сходить в качалку, потому что ну это действительно прямо ну классно. Классно, я снова загорелся, снова ходить в качалку, потому что ну действительно это здорово позаниматься. Дома вот я не могу вот именно, я уже все могу делать дома, грудак не могу делать на самом деле, хорошо, именно потому что штанги нету. Вот ноги могу прокачать, руки могу, плечи могу, спину могу прокачать, а, ну потому что пояс купил. Вот надо тоже сделать домашнего культуриста с поясом. Потому что пояс это реально, вот все уже можешь им качать. Даже грудак можешь на брусьях с поясом, с отягощением. Но все равно круче, конечно, это когда ты жмешь штангу от груди. Вот. Короче, где-то в пол второго ночи, где-то или в час ночи, только мы вот из кино вышли, из этих пиратов Карибского моря. Доехали там рядышком до дома, забурились вообще прекрасно. Сидим, пьем чай, и раз где-то пол второго ночи кто-то в дверь... Короче, пытается попасть. Чик-чик ключом, чик-чик. И какие-то там болтовня какая-то в подъезде. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Я сначала подумал, у соседей что ли слышимость такая. Потом нет, смотрю в квартиру. Реально в квартиру кто-то пытается залезть. Я, короче, пошел к глазку, смотрю, там какой-то мужик, какая-то тетка. Я им говорю, вы ошиблись там, вы вообще туда претесь-то, не туда. Они такие, ха-ха, извините, извините. Ну, видно, что пьяные, короче, бухие, видимо, вообще там, потому что они как-то бочком-бочком, извините, извините, и уперлись куда-то. Начальничек у меня сидит, он даже, видимо, не понял, что это к нам ломились. Он говорит, так я думал, это соседи, ну, типа, у соседей там что-то шумят. Я говорю, к нам только что ломились. Мы, короче, оба в шоке, потому что, ну, представляете, ладно, мы в пол второго ночи не спали, то, что ходили в кино. А вот так вот спишь ты спокойненько, а если еще один, ладно, мы тут с начальничком, да, а если там один, например, спишь день в чужом городе, и тут в пол второго ночи просыпаешься от того, что в дверь кто-то ломится. А еще лучше кто-нибудь открыл там. Дверь такая китайская, знаете, самая простейшая. Там пни посильнее, она отвалится. А еще веселее, ты в пол второго ночи просыпаешься от того, что кто-то вваливается тебе в квартиру в чужом городе. Охренеть просто-напросто. В общем, я потом хозяину квартиры-то это сказал. Он говорит, да-да, типа, извините, типа, они ошиблись этажом. Там, видимо, у него парочка квартир одинаковых. Он сдает, и они, говорит, видимо, этажом ошиблись, потому что он, говорит, мне звонил, этот мужик. Ну, видимо, он тоже пьяненький, там, позвонил этому, типа, что это у нас квартиры заняты. Ну, я был в очень таком удивлении. Вот. А на следующий день мы еще пошли шашлыка пожрать, там тоже шашлык вообще отменный. Рублей где-то на 600 мы купили шашлыка, полкило на двоих, прям вообще отлично. Что-то куда-то мы еще ходили, на колесе катались, в качалку ходили, в кино ходили, пиццу ели,
прям вот, знаете, вот так вот, когда ты идешь, ну, понятное дело, еще кучу торговых центров там обошли, но это по работе. Хотел с другом я все встретиться, но то он меня сидел дома ждал, я не мог подъехать, то я к нему подъехал, он уехал там в Инорс, вообще это дальний район. Тоже получилось так, что разминулись. Вот. А так вообще классно съездили. Обратно ехали. У меня начальничек еще купил себе JBL Flip 3 колоночку такую. Там 4000 рублей она стоит в ДНС. Но бомбит, ну очень там громко кричит. Через Bluetooth можно ставить. И ехали, книжки слушали. И в первый раз у меня поездка была настолько короткой. То есть 5 часов мы ехали, но вообще в момент. Послушали несколько хороших книг. Прямо очень интересно. Вот. С аудиокнигами. Я вообще люблю с давних пор аудиокниги. Я вот прям загорелся сейчас тоже купить себе в машину такую вот колоночку переносную с Bluetooth, чтобы раз с телефона, ну, во-первых, у меня магнитолка паршиво работает, там контакты то есть, то нет, это динамики плохие. Но тут купил колоночку, кинул, куда-то приехал в гостиницу там или еще куда, к ноутбуку или к телефону подрубил, и чик, она тоже у тебя радио воспроизводит, там, или музыку с телефона гоняет, или там, там можно говорить по громкой связи, что тоже удобно в машине. Особенно если один едешь, чик поставил, все, никакого Bluetooth тебе не надо, там и микрофон встроенный есть. Короче, прикольная вещь. Ну, а сейчас я приехал вот у себя уже в родном городке, приехал в ДНС, хочу купить стеклышко для телефона. Вот жене-то я купил Samsung, надо сделать на него обзорчик. Galaxy A5, кстати, крутой телефон, прямо мне очень нравится, я, знаете, себе хочу такой же, потому что там не боится ни пыли, не боится ни влаги, камера огонь, вообще крутые камеры там, в руке держать, ну, прям классный телефон. А, еще купил себе на Xiaomi этот чехольчик наконец-то. Я же, у меня была такая политика, что нафиг нужны чехлы, нафиг нужно стекло. В итоге, смотрите, стекло уже потрескавшееся, потому что чисто за столом сидел, телефон стоял на зарядке. И кто-то зазвонил, я схватил, как бы потянул, а зарядка, он был на зарядке, дернуло, телефон выскочил и буквально углом об угол стола бах. Неприятно, но круто, что было защитное стекло, потому что разбилось оно, трещины по нему пошли, а экранчик остался в целом. И тоже так же вот сейчас в командировке сидел, несколько раз он падал, и прямо с высоты рук он падал на бетонный пол, ничего не было, только открывался, я снова его защелкивал. Вот в командировке тоже с начальником сидели мы за столом, и он, короче, у меня свалился, и прямо уголочком, вот самым-самым уголочком, тоже тут трещина пошла, и как-то пластмасска немножко покорябалась. И я тут же, блин, думаю, нифига себе. И в первом же торговом центре мы зашли в салон вот этих вот чехлов, вот, и купил себе простенький вот такой вот, он как бы, не знаю, силиконовый, но прям приятно трогать его, он такой не гладкий. Все круто, только единственное, вот датчик отпечатка пальца немножко глубже стал, дальше приходится палец просовывать, вот. А так, все-таки я рад, что защитил, хотя, конечно, без чехла мне все-таки больше нравится. Вот. В этом плане мой LG, который был до этого, он был легкий, такой полностью пластмассовый. Откуда только не падал, где только не валялся, вообще, ну, очень прочный телефон, с экраном вообще ничего не происходило ни разу. Ну, прямо LG, респект, Optimus Black, вообще крутой телефончик. Ну, ладно тогда, так, запилил видос по приезду. Рад вас всех видеть. Давайте как-нибудь стрим забацаем. Что у нас сегодня суббота? Сейчас же длинные выходные. Давайте, наверное, завтра. Сегодня у меня по плану фильм какой-нибудь дома с женой посмотреть хороший вечерочком. Вот. Поэтому. Ну и еще, блин, конечно, ноутбука нету. Раньше я делал стримы с кухни. То есть у меня жена могла спокойно там в комнате телек смотреть, что-нибудь своими делами заниматься. А я тихонько садился на кухне, включал ноутбук. Потому что комп у меня стоит в большой комнате. И, ну, соответственно, ну, представляете, жена, например, смотрит телевизор. Я сижу за компом, тут же с вами разговариваю. Это значит, либо я ей мешаю, либо громко разговариваю, либо телек мешает нам, потому что он будет громко. Все мы вместе мешаем мелкому, который спит в соседней комнате. Ну, ничего хорошего. Вот, либо надо Bluetooth наушники брать, чтобы друг другу не мешать. Ну, она, чтобы спокойно телек, по крайней мере, смотрела. Потому что, к сожалению, ноутбук у меня накрылся. Вот, помните, с которого я разговаривал? У меня хороший ноутбук более-менее. Я его открыл, он был весь запылен, прямо там горы пыли были. Я, наверное, года два назад, может быть, год назад менял там термопасту. Я открыл, поменял термопасту, все там сделал. Но больше он не врубается. То есть, ну, врубается, работает, экран, к сожалению, не работает.
Я подключил уже его к монитору, от монитора воткнул туда, тоже не работает. К телеку подключил, тоже не работает, ну, вместо монитора. То есть я думаю, что там не шлейф сломался, не что-то такое, а именно какой-то, ну, грубо говоря, видеокарта в ноутбуке сломалась. Какой-то там, может быть, видеопроцессор, что-то такое, в общем, полетело. Очень жаль. Отвезу своему другу, который занимается починкой всей этой байды. Он посмотрит, но терзают меня смутные сомнения, что надо покупать ноутбук. Это опять примерно 35 косариков. Блин, ну вообще не к месту расходы. Чтобы с вами нормально стримы проводить. Вот, такие пироги. Ладно, буду что-нибудь придумывать. Давайте тогда, всем пока, всех был рад видеть. До скорых встреч. Все, у меня болит. Плечи болят, спина болит, ноги болят после уфимской качалочки. А хочется записать снова домашнего культуриста. Пойду покупать стеклышко на телефон жене, потому что я ей-то купил дорогущий телефон. А пока без стеклышка нигде. А, кстати, что я рассказывал-то? В ДНСе стеклышко 290 рублей стоит. В М-видео фиг закажешь, и 750, что ли, оно стоит. Во всяких других магазинах такого цвета не могу найти, во-первых. У нее синий цвет, синего цвета нигде нету. Везде золотой, либо черный. Либо черный, либо золотой. И везде тоже по 700, по 1000 рублей. В ДНС 290. Вообще крутяк. Сейчас надо пойти быстрее выкупить. Ну ладно, все, хватит трындеть, сколько там уже. 21 минуту. Сейчас уже так и так вырубится телефончик. Давайте всем пока. Всех хороших выходных желаю вам. Вот. Ну и, конечно же, там ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на мой замечательный. И до скорых встреч. Надо, кстати, не в экран смотреть, а в камеру.